Красотки мои, всем привет! Скоро Новый год, а это значит, что скоро будет какая-то волшебная сказка. Ну, по крайней мере, я всегда Новый год жду именно так, с каким-то волшебством. Поэтому, девочки, помимо нарезания наших прекрасных салатов, вот, помимо приобретения подарков, также, естественно, нам нужно купить себе красивые наряды, но нам также нужно позаботиться о нашей коже. И для этого, девочки, нам поможет просто волшебная масочка. Волшебная маска, почему она волшебная, сейчас вы узнаете. Эта маска вам даст не то, что даже омоложение, а просто вы себя не узнаете, я вам гарантирую, девочки. Эта масочка состоит из белка, белок, я его немножко взбила. Добавила туда, так как это новогодняя масочка. Смотрите, вот такой красоты, блесточек. И у меня есть, не буду показывать, как называются, это волшебные капельки, которые я добавила сюда, буквально 3 капельки. И сейчас мы берем, девчонки, эту масочку, аккуратно наносим. Эта маска, помимо того, что даст вам невероятное омоложение, плюс вся усталость от новогодних салатов у вас как рукой снимет. И знаете, помимо всего этого, она очень красивая. Сейчас вы увидите. Девочки, буквально белок, блестки по желанию, но вообще, конечно же, нужно. Единственное, что вокруг, значит, зоны глаз мы не наносим. Кожа будет настолько шикарная. Смотрите. Кисточкой не наношу, потому что мне пальцами намного удобно, это, ну, гораздо удобнее наносить, распределять. Смотрите, девочки, какая она у меня красивая получилась, правда? Так что одной такой масочки, смотрите. Я добавила туда блесточек, у меня было два вида, один вот такой, видите, крупненький. Все-таки маска новогодняя, поэтому хотелось какого-то новогоднего такого настроения уже поднять с этой маской. Смотрите. Все, девчонки, нанесли. Буквально 2 минуты нам понадобилось, чтобы ее сделать. Это белок взбить, добавить блесточки, добавить туда волшебных капелек эфирного масла. Если кому интересно какие-то капли, пишите в комментарии, я вам напишу, как они называются. Вот. И эту маску мы сейчас оставляем на 20-30 минут. При этом мы лежим, не разговаривая, молча, чтобы у нас кожа натянулась. Будет такой мега-лифтинг эффект. Смотрите, ну не красота, вообще обалденная. Класс. И вот, девочки, моя масочка уже застыла, еле разговариваю. Далее берем влажное теплое полотенце, прикладываем буквально на 1 минутку, не шевеля, не разговаривая ничего, не шевеля губами, я хотела сказать, не разговаривая ничего. Прикладываем к лицу, и через 1 минуту вы увидите эту волшебную маску просто... Ну, вы себя не узнаете. Ой-ой-ой, передержала! Что же теперь делать? Красотки мои, как вы поняли, конечно же, это была шутка новогодняя. Мы с моим сынулькой поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем вам здоровья, счастья, любви
всего самого прекрасного. А самое важное, девочки, желаем вам, конечно же, красоты не только на лице, но и в душе. Будьте счастливы. Люблю вас. И, конечно же, если вам понравилось это видео, подпишитесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Всем пока!